Всем привет! У нас сегодня великолепная рыбка. Посмотрите, какая она красивая, в кляре. Нарезаем на порции. Добавляем соль, перец. Сок лимона. Пока наша рыбка маринуется, мы с вами приготовим кляр. Мука, крахмал, рыхлитель и щепотка соли. Не забывайте, рыбку мы уже солили. Кляр можно сделать с пивом. А у меня сегодня ледяная вода. Самое главное, чтобы был холодный кляр. Или добавить кусочки льда. Мы с вами попробуем отколоть. Все, добавляем ледяную воду. Сколько добавлять воды, это всегда разное количество. Давайте будем смотреть. У меня, видите, какая ледяная. Самое главное, сейчас. Кляр должен быть холодный и жидкий. Немножко льда. Хотя у меня еще есть лед, пытаюсь добавить. Он будет таять и придаст именно эти замороженные у меня. Сколько воды? Вот сегодня я долила 200 грамм ледяной воды плюс лед. Лед будет таять и жидкость будет становиться еще жиже. Все, начинаем жарить рыбку. Мы попробуем одну так, а одну еще обмакнуть в муку. Какой у нас сегодня получится лучше? И обжариваем нашу рыбку. Один минус, уж сильно брызгается.